Друзья, всем привет! Видеообзор квартиры, которая находится по адресу у нас Депутатская, 87/1. Традиционно я быстро вам покажу планировку квартиры. А если вам будет интересно послушать подробности про районную инфраструктуру и квартиру в деталях, то, пожалуйста, оставайтесь. Квартира у нас евро-двухкомнатная, квартира очень просторная. Здесь у нас зал, совмещенный с кухней, который перетекает в большую спальню. Так вот это выглядит. С этой стороны у нас выход на балкон. Здесь у нас кухня, кухонная зона. Так. Здесь у нас раздельный санузел, ванна. Вот так вот. И прихожая. Ну, давайте теперь чуточку поподробнее. По месторасположению. Удобное месторасположение. Рядом хорошая транспортная развязка. Маршрут 5К. На него садитесь и доезжаете до центра. И оттуда уже куда вам необходимо. Также весь Октябрьский район как на ладони здесь. Здесь у нас вот такой вот вид небольшой. Здесь у нас, так сказать, второй этаж. И для любителей как бы этажей поменьше эта квартира, конечно, очень будет сильно заходить. Большое количество возможных супермаркетов, магазинов, там детские школы, сады. То есть это все в шаговой доступности. Район очень-очень развитый. Вот, по самой квартире. В квартире у нас на момент записи видео, это январь 23 года, была сделана косметика. Были переклеены все обои, поэтому квартира ощущается такой свежей, чистенькой, опрятной, аккуратной. А здесь у нас есть все необходимое, включая даже посудомоечную машину. Оп. Варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка, микроволновая печь. Здесь у нас холодильник. Оп. И, соответственно, есть вот такая еще дополнительная система хранения. То есть систем хранения здесь на самом деле очень-очень много. Ну и квартира относительно не формат. Почему? Потому что обычно, то есть квартиры такой площади, это какие-то трехкомнатные квартиры. Здесь же у нас полноценная двухкомнатная квартира с точки зрения того, что прямо много-много здесь места. Обратите внимание, как тут у нас много места в спальне, да, то есть прям если у вас действительно, допустим, есть маленький ребенок, вы можете поставить без проблем кроватку с этой стороны даже вот сюда можно поставить. Ну и, соответственно, сам зал с кухней тоже не маленький. Вот, ну, в принципе, показал все, что хотел показать. Будем рады вам эту квартиру презентовать, так сказать, вживую. И надеемся, что именно вы станете нашим арендатором. Спасибо.